Школа – суровое место. Издевательство здесь – обычное дело. Врагов нажить легко, что и произошло. Слышь, ущерб, домашку гони. Да я всю ночь ее делал. Не отдам, не заставишь. Ишь, какой смелый. А если так, отдашь? Нет? Как два пальца. Чуть не сдушил. О, уроки начинаются. Черт, мисс Делайт убьет меня, если я опять опоздаю. Итак, начнем же урок. Что такое, Кэннон? Извините за опоздание. Ты опять? Я что тебе говорила? Я не виноват, клянусь. Будешь наказан. Сдаем ДЗ. Вот, мисс, все готово. Моя домашка пропала. Черт, черт, черт. Не ты ищешь. Держите, мисс. Посмотрим. Дог Дэй. Прекрасно. Хороший мальчик. ДЗ. Мою работу украли. Он украл. Ты никогда не научишься, да? Наказан. Ай, вообще ни за что, греб. Ну, хоть поем вкусно. Давай сюда свой хапчик. Чего? Я не подумаю. А мы у тебя разрешения не спрашиваем. Вы чего удумали? Ай, я же хотел вкусно поесть. И правда вкусно. Как-нибудь это им вернется. Моя еда исчезла, но не моя надежда. Надежда, что эта красавица заметит меня. Любовь захватила меня. Привет, давай поиграем вместе. Это что? Да пусть поиграет. Я был истинно счастлив в тот краткий миг, но ты не могла этого стерпеть. Ой, девчонки, слишком быстро! Эй, так нельзя! Ты в порядке? Кажется, да. Давай же, вставай. Спасибо, моя героиня. О, наши лапы. О, нет, они вернулись. Эй, вы, как вы посмели обидеть мою девочку? Мне с ним не справиться. Постой. Я трус. Не говори так, вот скотина. Нет, Хоппи. Ну, дела. Что теперь? Может, хватит его доставать? Я вам так навешаю, что мама родная не узнает, понял? Прочь с дороги. Вот грубиян. Он получит за все, что ты натворила. Что ты сказал? Подожди. Да отвали ты. Не трогай его. Хоппи, позаботься о ней. Нет. Пока. Кэтноп, не бойся. Борис. Я не могу. Пора платить, Кекнеп. А то драка. Она сказала драка. Скорее. Нет, хватит! За что вы так со мной? Стой! Ой, прошу! Зубное укрепление! Да! Нет! Встань и борись! Заткнись! Меня тошнит! Да вы оба слабаки! О, нет! Я вам еще покажу! Раунд два! Что? Нет! Он сильнее, чем я думал! Нет! Я знала, что ты справишься. Посмотри, что ты наделал. Не подходи. Кажется, пёсик надо усыпить. Нет, пощады, молю. Ты трус. Что? Он же цыпляжуй. Да ну. Тогда сразись со мной. Ой. Прям лбом. Давай драться. Страшно. Нет, бежим. Кэтнеп победил. Просто повезло. Что? Она здесь! Бежим! Это вы о ком? Вы дрались? Простите! С хулиганами бывает трудно, да. Я совсем ослаб. Почему? Кравчи. Ну ты чего? Я не хочу, чтобы ты умирал! Это нечестно! Не волнуйтесь за меня. Стойте, это он. Кэтнеп отравлен, и жить ему осталось ровно сутки. Мерзавец! Тебе это с рук не сойдет. Вообще-то уже сошло. До свидания. Ой, неожиданно. Кэтнеп, что с тобой? Кажется, мое время пришло. Кэтнеп! Ужас какой! Должно же быть что-то, что мы можем сделать. Ну что? Точно! Сейчас, секундочку. У тебя есть план? Зашибись! Да, мы приготовим для него специальный суп. Просто суп? Ну, не знаю, Пигги. Не волнуйся, нам нужен только один волосок кошмарного Хаги. Не-не-не, я на смерть не подписывался. Стоять! Он придет с минуты на минуту. Будь начеку. Мне это не нравится. Ребята, мне кажется, он здесь. Наконец-то я вырвусь из этой тюрьмы. Это была плохая идея. Нет, это лучшая идея на свете. Бежим! Так весело! Я его недооценила! Ой, как плохо! А по
По-моему, хорошо. О, косточки, что мы наделали? Заметка на будущее, Пигги не верит. А что ты делаешь? Легко. А ну-ка, стой. Ну все, я труп. Чего ты тянешь ко мне свои ручонки? Отвали. Все было зря. И теперь ты умрешь за это. Нет, не надо. Что? И что ты со мной сделаешь? Я тобой перекушу. Ну уж нет. Отпусти меня, монстр. Слишком поздно. Ага, не ожидал. Мой глазик, ты заплатишь. Я его разозлил, но зато мех у меня. О, черт. Начинай молиться. Не-н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 е. От меня не убежишь. Я должен выжить. Никто не смеет нападать на меня. Ну так я буду первым. Но пора. Девочки. Он вернулся. Во-первых, я жив. Во-вторых, я добыл. Ух ты. Он это сделал. Давай готовить. Пара волосков и ждем. Гадость. Да, супчик прогонит весь яд. Ну вообще, еще нужны карандаши мисс Делайт. Ты шутишь? Нет, она опасна. Ну чего ты, Крафти, не трусь, ты справишься. О, ладно. Сезон охоты на зверьков открыт. Еще раз, зачем я это делаю? Кошечки! Зверек! Извините. Да как ты? Не стоило надо мной смеяться. Иди сюда. Я вообще этого не хотела. Признаю, я переборщила. И за это ты будешь жестоко наказана. Нет, я правда не хотела. Обожаю такие моменты. Принесло! Нет, просто дай-ка мне минутку. О, идеальный момент. Давай. Слезай. Все очень плохо. А ну, верни мой карандаш. Это значит, она меня. Последний шанс. Но я не могу. Вернись. Она меня расплющит. Крафти. Пигги, она меня. Кэтнап. Кажется, я больше не могу. Нет, этого не может быть. Держись, друг. Так ты варишь суп или нет? Я уже. Давай, вари горшочек. Надеюсь, получится. Ребята. Пожалуйста, Кэтнап. Что? Он стабилизируется. Мне так хорошо. Сработало. Ура. Да! Кажется, это конец. Что такое? Это все из-за тебя и твоего дурацкого супа. Что такое? Не надо ссориться. Может, сила наших кулонов поможет. Думаешь? А Боба прав. Ну, не знаю. Да все равно вариантов нет. Силой всех наших кулонов он должен исцелиться. Спасите нашего друга! Получилось! Пульс приходит в норму! Мы такие молодцы! А ловко ты это придумал. Погоди-ка, он мертв. Опять? Кэтнап! Это бесполезно. Буба, мы должны быть сильными. Он едва жив. Каждая секунда на счету, не трать их впустую. Вот ведь подлюга. У меня есть идея. Что ты придумал? Таблеточки. Точняк. Мне мама аптечку собирала. Отличный вариант. По-моему, неплохо. Ну что, готов встать на ноги, дрожище? Еще бы. Вот это настрой. Много. Молодчик. Погоди-ка, я здоров. О, Кэтнап, я так рад. О, нет! Ой, кажется, поторопился. Надежды нет! Протестую! Только любовь может исцелить его! Это ничего не даст, ты же знаешь! Если бы друзья его обняли, ему стало бы легче! И я тебе это докажу! Бобби! Я люблю тебя! О, мне это было нужно! Мы любим тебя! Чего? Ага, съел! Я здоров и готов к бою! О, да? Тогда вперед! Взять его! Нет, отойдите, не трогайте меня! Только не говори мне, что ты боишься! Я не боюсь! Тебе осталось недолго. Что? Отпустите! Вы что творите? Готово! Ну что, узнаешь этот шприц? Нет, стой! Господь бог, меня тошнит. И жить тебе осталось ровно сутки. Чтобы спастись, тебя надо обнять. Но я не буду. Где он? О, вот ты где, дорогой мой. Нет, не надо! Легкая добыча. Не жми меня. Спасибо, ребята. Мы тебя любим. Да ладно вам, мисс Делайт, я же просто смотрел. За это людей не грохают. Может, другие? Но не я. Вот пристала. О, это дверь. О, да, я спасу вас. Никуда вы не пойдете, молодой человек. О, нет, у меня мало времени. Вернись. Я до тебя доберусь. Пожалуйста, скажите, что она ушла. Трусишка.
Она ж сюда сейчас ворвется! Надеюсь, это сработает! Есть дела поважнее. Что? Святая корова. Приветик! Кто ты? Я тебя не обижу! Серьезно? Да! Мне просто нужен друг для игр! Звучит здорово. Что это за звук? Попался! Господи! Нет, пожалуйста! Пора тебя разукрасить! Я ж ничего вам не сделал! Куда он делся? На куда кинул гору? А ну вернись! Вам надо проветрить голову! А я тебе сейчас твою располовиню! Давай вентиляцию! Бегу! А я следом! Стоять! Нет, да ладно! Неужто булки не пролезают? Повезло! Не останавливайся! Вроде сбежали. Надеюсь. Давай спасем его. Что это? Не знаю. Это мы, дурачья. О, нет. И сейчас мы разорвем вас до косачки и сожрем писали. Прекратите. Дело плохо. Я не хочу смотреть. Нет, док, да. Я больше не вынесу. Вам конец. И не надейся, что вам удастся от нас избавиться. Послушай, не сдавайся, ты не такой. Ты о нас ничего не знаешь. А ведь не распускать лапы. Одной левой. Но, Догдей, он все равно был одержим. Ты уверена? Ну, конечно. Спасибо за все. Да не за что. Зато мы повеселились. Повеселились? Ну да, ты права. Теперь ты мой лучший друг. Да, лучшие друзья навсегда. О, нет, не может быть. Время пришло. Час радости вот-вот начнется. Молитесь, таракашки. Не ожидал? Святая корова! Я сейчас набью живот! Не в мою смену! Стрелка! Невозможно! Отличный удар! Мне конец! Не говори так! Поймала! Что? Все в порядке! Вы чего такие злые? Мой лобик! Это все из-за вас! Отличная работа! Смотри, кнопка! Сейчас кое-что покажу! Как будто летишь! И это еще не... Все, смотри, круто! Я прямо как в цифровом цирке. Крутая отсылка. Поняла? Это потому что... Дружище, а ну не смей его трогать. От меня не убежишь. Отпусти. Пора спать. А ну отпусти его, дремота бормот. Только не хвост. Ай, Макаша святый, малышка. Привет, и что? Держу. Спасибочки. Сплющился? Ах, вы поганцы! Нам пора, героическая малышка. Да, ты молодец. И ты тоже. Что? О, нет. Ну, шантропа, ты за все заплатишь. С дороги, детка, ты наказана. Что? Нет, ты не можешь так со мной поступить. Выпусти. Вау, какая сильная малышка. Игрок. Погоди, я не сделал ничего плохого. Скажи, это моей... Мамочка! Что такое, детка? Не трогай его, он мой друг. Ну, в таком случае, может... О, нет, о чем она думает? Пощадить его? Ну уж нет, я его раздавлю. Святая корова, пощадите! Это то, что я думаю. Фортуна в дверь стучит. Вас дома нет. Офигеть, ты лучший. Идеальный прыжок, лошара. Ты как меня назвал, грубиян? Я сказал, лошара. Дружище, я тебе помогу. На секундочку отвлекся. Этого было более чем достаточно, чтобы уничтожить тебя. Мама, не надо. Надо что-то срочно придумать. Игра окончена, игрок. Я знаю, что я медленная, но я должна спасти его. Прощай навсегда, игрок. Подожди, ты псих. Как вы меня назвали, юная леди? Ты чуть не убила моего друга. Но он был моим врагом. А теперь его нет. Посмотри, что о, ты милая. Наделала. Проснись, пожалуйста. Что? Какая же ты громкая. Ура! Опять? Я вам не враг. Я знаю. Мы справились. Пошлицы, вы мне врезали. Мне тоже. И хвост прищемили. Ужас, что же делать? Прочь отсюда, повторять не буду. Жуть какая. Офигеть, круто. Ей, спасибо вам. Рада, что вы в порядке. Ну почему ему вечно все сходит с рук? Кэтнеп, где же ты? Мы без тебя не справимся. Друзья мои. Кто посмел сделать такое? Ни шагу дальше, а не то твои друзья сделают бум! Только не это! Умоляю, пусти их! Я готов на коленях молить Элли! О, ну что ты так плачешь? То есть? Плачь громче! Нет! Что? Нам не спастись! Я не хочу умирать! Что ты наделал? Я тебя прикончу! Ну, если найдешь, то нет! Зверьки! Нет! Прощай, Кэтнеп! Нет, этого не будет. Ребята, вы... Нет.
Нет! Я тут так не оставлю. Док Дэй! Я буду дружище, так и не ты. Вы будете отмщены. Миссия выполнена. Отлично! Я наслаждался зрелищем отсюда. Отличный план, да? Молодец. Сейчас выдам капусту. Да-да, умирает голод. Держи. Спасибо, сэр. Надо их остановить и немедленно. Я же был там и позволил им погибнуть. Что же делать? Чего тебе? Игрок! Не бойся, я просто хочу тебе помочь. Не нужна мне твоя помощь. Но я могу все изменить. Отвали! Ай, да ладно, да послушай меня. Я скорее умру, чем поверю тебе. Я просто хотел вернуть твоих друзей. Слишком поздно. О, мои дорогие зверьки, если бы я только не был таким трусом. Ой, бедные зверьки. Что я могу сделать? Точно! Для начала соберем все кусочки в одну кучу. Ой, что это? Глаз! Так, ладно. По одной лапке за раз. Сейчас я вас подлатаю, зашью, и совсем скоро вы вернетесь к нам. Отлично. Кажется, все. Ёшки-макарошки! Кажется, я слегка увлекся. Но ничего, это поправимо. Мы не можем это терпеть! Вот ведь су! Следи за языком! Но он проблема! Ну так избавься от него! О, да, сэр. Я пущу в ход наше секретное оружие. Предоставьте это мне! Отлично. Осталось только надеть кулоны. Привет! Чего? Это твое последнее приключение? Святая корова! Этот голос! Ваша игра проиграна. Ложная тревога. Ложные только твои надежды! Нет, кулоны! Ну вот опять собирайся. Мы размажем тебе голову, бар! О, черт! Стоп! Повезло! Даже вставать не пришлось. Нет, пора бежать! Куда это ты собрался? Надо заманить ее в ловушку, но как? У меня мало времени. Тебе конец! Святая корова, думай, игрок. Опа, рычажок, рифмуется с игрок. Поэзия тебя не спасет! Невозможно! Моя миссия должна... Пронесло. Эй, кто здесь? Ворюга! Это вообще-то моих друзей! Ты про эти кулоны? Постой! Я не крал их! Ай-яй-яй, ну же, Кэтна, послушай меня! Ты украл их, не притворяйся! Нет, я их пытался спасти! Лжец! Сейчас же верни, пока я не разозлился, слышишь? Поверь, я тоже по ним скучаю. Что? Просто уходи, пока я не передумал. Но, Кэтна, мне так жаль. Мне тоже. Это несправедливо. Ай! Да можно хоть минутку покоя? Я так не думаю. Ты ведь пытался их починить. Нет, не и надо. И ты об этом пожалеешь. Правильно ли я поступил? Или мне следует сделать так, как подсказывает сердце? Здравствуйте, сэр. Я нашел игрока, но он слабее, чем я думал. Макарошки! Очень недурно. Вы гордитесь, сэр? Конечно, горжусь. Просто звезда? Спасибо, мой господин. Ну и натворил ты тут делов, конечно. Пожалуйста, не бейте, я умоляю. Умоляешь? Отвратительно. Нет, ты чего делаешь? Укладываю тебя спать. Красный дым, сейчас же откройте. Получил по заслугам. Нет. Прошу, помогите. Шаг два. Нужно больше острова. Вы совсем поехавшие. Надо как-то выбираться. Слишком поздно. Я буду по вам скучать. Что? Эй, киса, ты чего закис? Игрок проделал отличную работу. Вы живы. Слава богу. И последний. Спасибо, но где игрок? Не за что. Игрок? Не хочу об этом говорить. Но он такой хороший малец. Хороший малец? Бедный игрок. Сила на исходе. Ну что, давай его болеть. Стоп. Кто здесь? Оставь его в покое, псих! Не может быть! Вот тебе! Я тебя прикончу! Кэтнэп, стой! Ой, нам очень жаль. Ай, моя голова. Привет. Прости, что я тебе не поверил. Да, ну ничего, все в норме. Правда? Конечно. Это еще что? Кто это сюда повесил? Это что, шутка? Сад Панпана? Они прям как мы, только забавнее. И кому такое понравится? Могу задать тот же вопрос. Пора дрыхнуть, котик! Не все коту масленица, да, дружок? Интересненько тут у вас. Я король, и мой первый указ – налог на кости. Подайте мне головы моих врагов, ну и их тела тоже. О, мой король, оставьте на миг свои королевские хлопоты. Ты кто? Не бей меня. Бить? Палач уехал в отпуск, а я ваш шут. Мой долг – развлекать короля. О, ты неплох, мой дорогой подданный. Покажи мне свой лучший номер. Мой лучший номер?
Предупреждаю, он мощный, вас челюсть отвиснет, узрите! Что? Я приказываю тебе отпустить меня! О, какие лапочки! Тихо-тихо, все хорошо, я такой же, как вы видите! Что у тебя с крыльями? Жуть! Согласен, они странные, но раз вы тоже птицы, то вам понравится это! Интересно, мое! О, руку обглодали! Какие азарные! Подожди! Не прочь от моих детей! Ходит тут, замышляет, и близко к ним больше не подходи, не то насмерть заклюю! Я ничего не замышлял, клянусь! Я просто хотел поздороваться! Кстати, послушайте! Не дергайся! Откуда ты вообще такой взялся? Нет! Малыши! Он хороший! Детки, о, святые яйца! Простите, сэр! Тут столько комнат, и никого с кем можно поиграть! Ребят, но мне кажется, что за мной следят! А если я... Ага! Попался! Ой, как это было глупо! Нет, это было смешно. Наконец-то одну поймал, балдеж! Отпусти! Никуда ты не пойдешь, пока со мной не поиграешь, подружка! Итак, ученики, наш первый урок – математика. А? Тут как будто что-то изменилось. А это кто? А? Эй, ты там! А, ты сидишь с мажорами, тогда ладно. Кто посмел? Не ты? Странно. Ладно, о чем это я? Чего? Что это? Мажорка? Она может двигаться? Как ты можешь называть себя учителем? Тебе еще учиться и учиться! Пощади! Умоляю! Я не собираюсь просто сидеть и смотреть. Я тебе помогу. Ты просто пропустила единичку. Ты права. Век живи, век учись. Хорошо, что я взяла с собой поесть. Яблочки всегда в тему. Кончились. Я еще не наелась. Хоть корочку. О, вкуснотища. Надеюсь, никто не против, если я это съем. Значит, ты любишь брокколи. Я не знала, что это твое. Я научу тебя есть чужую еду. Нужны приборы. Так брокколи вкуснее. Уж я-то знаю. Держи. Давай, ешь. Ладно, еда есть еда. Ох, как же вкусно. Ой, погоди-ка, осталось одно. Офигенно! Ты не поделишься? А? Конечно, просто шучу! Всегда хотел попробовать помидоры. Оп, пальчики оближешь! Рады, что тебе вкусно! Прости за все, отпусти, прошу! Но ты нам нужен для эксперимента! Я веду тебя немного гиваниума. Что может пойти не так? Самому хочется узнать! Думаешь, лучше меня? Нет уж! Начнем с надреза! Ребята! Кто идет? Я подумал, может вам пригодится еще один чужак. Странным баловался. Новый пациент! Отлично, его вылечим. На койку! Что? Все очень плохо! Доктор! Ну, уже будет весело! О, небеса, я не могу смотреть! Бан-бан, сюда! Чего у тебя, Джестер? Опять чужаки? Да, но не в том смысле. Смотри, что засняли камеры. Они все вроде подружились, они не хотят нам вредить. Так что... Мы ошиблись. Крестик, не хочу, отпустите! Да ладно, это всего лишь дырка, вряд ли я что-то найду внутри. Ну что, готов? Отвали! На лицо проблемы с желудком. Ну же, это наш шанс. Давай, хвостик, делай свою работу. Нет, правее, левее, бинго. Получилось, свобода. Теперь проучим эту соплю. Надо остановить рентгена. И он их покромсал. Это я вас сейчас покромсаю. Постой, мы ведь это не со зла. Мы не могли по-другому. Стыдно сказать, но зверьки стали так популярны. А наша популярность под угрозой. Мы должны были что-то сделать. Ну, всякое бывает. Забудем об этом. О, вы такие хорошие. Не понимаю, почему они меня ненавидят. Я на все ради них готов. Ай, за что? Что, Мурло, не думал, что я тебя найду? Ребят, бой! Бой? Ну, ай, хватит, мне больно. Посмотрим, как тебе понравится это. Хоппи, нет. Что бы я ни сделал, простите. Думаешь, мольбы все исправят? Этого недостаточно. Это уже слишком печет. Достаточно? Огонь слишком сильный. Друзья, я рад, что знал вас. Надеюсь, увидимся снова. Если бы только все могло стать как прежде. Вода. Все неважно. Все равно, друзья, у меня больше нет. Лучше бы огонь сожрал меня. Вот был бы способ вернуть их. Бедный Кэтнап. Не пошевелиться. Помогите! Если помогите! Бы... Доктор, я иду! Тише, доктор, я помогу! Долгие! Еще чуть-чуть, и сейчас готово! Вот тебе! Невинного из себя корчишь! Доктор, что не так? Что не так? Чтоб я тебя больше не видел, не то пожалеешь! Честно, я всего лишь хотел помочь! Я должен что-то сделать! Не знаю, почему они меня прогоняют! Опять этот гад! Боже! Ай, не надо, прошу! Это какое-то недоразумение! Я скажу тебе, что такое недоразумение!
Это какой-то кошмар. Но я люблю вас, ребята. Я так одинок. Мои друзья больше не любят меня. Что я им вообще сделал? Тише, тише. Я не трону тебя, я хочу помочь. Что случилось? Слушай, все совсем не так, как кажется. Отпусти меня! Отпущу, но сначала избавься от своих друзей. Вот этим. Я не стану этого делать. Что сказал? Ты посмел ослушаться меня? И ты страшно пожалеешь. Он бил меня. Все бил и бил, но я не поддавался на его угрозы. Поэтому он сделал все сам, притворившись мной. Он начал с Хоппи. Потом взялся за Пигги. Он разбил картину Крафти. Он раздавил Бубу. Чуть не оторвал Кикину голову. Но с Догда ему обошелся еще хуже. Он избил его до изнеможения. А потом начал пытать его тем самым ножом. И, наконец, оставил его висеть в одиночестве. И теперь они думают, что это был я. А? Ты это слышал? Эй, это мои друзья. Они в опасности. Я сделаю из вас шубку. Мисс Делайт! Только через мой труп. Больно. Ой, упс, не вышло. О, он спас нас. Всегда рад помочь. Я спасу его. Я иду за тобой, собачка, не рыпайся. Простите, я сейчас умру. Наконец-то пожру. Вот это праздник живота. Ты его не тронешь. И больше даже в их сторону не смотри. Кэтнеп, ты спас меня после всего, что я сделал? Так ведь и поступают друзья, да? Кэтнеп, вы были неправы. Но так жаль. Купились, дурачки, а это был я. Я тебе отомщу, мерзавец. Придумал новый трек «Полет короля». О, нет. Прочь и простого. Теперь ты предатель. Прочь с дороги. Ну, посмотрим, как ты нас победишь. Думаете, вы, жалкие зверушки, сможете превзойти мощь науки? Ну что, понторез мохнатый? Ну так я твои понты сейчас подрежу. Прощай. Ты больше мне не помешаешь. Кэтнеп, нет! Покойся с миром. Стоп, что? Я не позволю тебе и пальцем его тронуть. И вообще, отбей пятюню. Не мешайся. Нет, ты не можешь. Надеюсь, ты любишь электричество. Возьмитесь за руки. Кэтнеп, прошу, держись. Еще немного, будь сильным, а? Кэтнеп? Вот и я, ты спас меня. Ура! Спасибо, Кэтнеп! Спасибо. Не дай ей собрать меня. Пожалуйста, не уходи. Хотя бы ребенка оставь. Я больше не желаю быть с таким ничтожеством, Усёк. Не забирай его у меня, умоляю. Я не хочу уходить. Хочу остаться с папой. У меня нет на это времени. Я сделаю что угодно, чтобы ты осталась. Да, что только попросишь. Хорошо, тогда слушай сюда. Я хочу денег, большой дом и новую машину. Я нищий, бездомный, да у меня даже прав нет. Какая жалость, это мои условия. Мне ничего из этого не нужно. Нет, стой. Последний шанс. Папа. Я не брошу тебя, слышишь? Поверить не могу, что ты делаешь все это. Хорошо, твоя взяла. Реша! Иду. Аюха. Готова, моя кошечка? Тебе нравится наш новый дом? Домик как-то маловат, и в нем нет ничего для нормальной семейной жизни. Нет, это не подходит. Погоди, погоди, я построю все, о чем ты просила, мятка моя. Просто дай мне немного времени, я воплощу твои мечты в реальность. Сделано! Ну, как тебе? Выглядит хорошо, но... Лучшие материалы. Ручаюсь за безопасность, а? Теперь идеально! Рад слышать... Мама, стой! Мне надо кое-что сказать! Руки! Чего тебе надо? Мамочка, поиграй со мной, пожалуйста! Скукота! Держи телефон! Но это не то. Что-то мне нехорошо. Обожаю субботы. Сегодня среда, дорогая. И мне срочно нужен отдых. Мне что, самому все делать по дому? Интересно, что такое? Подсоби мне, пожалуйста. Ай, за что? Ты что, не видишь? Я занята. Мам, ты не видела?
кошечки! Лучше-то заснять! Отсидя! Вообще! Никакого проку! Мне скучно. Мамочка! Не видишь, я сплю! Эй, папуль, давай играть! Прости, сынок, я слишком занят. Почему? Никто не хочет со мной играть! Дело во мне! Ой, нехорошо! Помогите! Нет, если я упаду, мне конец! Опасно! Мамочка! Маме нужен сон. Ты что, сейчас серьезно? Мой Мишка! Только не... Нет, это мог быть я! Помогите! Тише там. Больше не могу держаться! Сейчас упаду! Что? Я жив? Круто! Успел. Спасибо, папочка! Мальчик мой, все хорошо. Что? Ну все. Вставай. Что? Что случилось? Чего надо? Наш сын чуть не умер, вот что. Нет, не ссорьтесь. Выметайся. Да как ты смеешь? Это выходит из-под контроля. Нужна помощь. Надеюсь, я поступаю правильно. Что? Кто это? Помогите! Сейчас буду. Ну перестаньте! Ты постоянно дрыгаешься, я только и делаю, что занимаюсь всеми делами по дому. Ты вообще считаешь, что это нормально? Бесполезный кусок идиота! Эй, лапы, убрала! Что? Ты меня ударил? Ах, хватит, ты сильнее, не бей! Катнап! Ты чего? Урод! Стой, послушай! Трус! Она притворяется! Сработало! Пора прекращать, Кэтнэп. Отныне и навсегда. Я отомщу за твою жену! Не надо! Сгинь! Достаточно! Но он... Папа ничего не сделал, во всем виновата мама! Видишь? Косточки, мне так жаль. Все нормально. Она... Не смотрите на меня так. Нет, подождите. Прощай, психичка. Нет, это нечестно. Пока, удачи. Вам это слав не зайдет. Хороший конец. О, сегодня лучший день в моей жизни, я так счастлива. Конечно, счастлива, ведь ты выйдешь за меня. Ты мое все. Не могу в это поверить. Теперь ты не убежишь. Ты такой шутник. Никто ничего не хочет сказать. Точно? Хоть кто-то? Заткнись, жени уже нас. Да, конечно. Где там оно? Нет, надо ладно, не делайте этого. Нет! Я отдаю тебе сердце. Еще бы. Кто это? Не впускайте его. Я против. Это ошибка. Бесит. Куда? Я что, пахну? Эй, блоха, уйдешь сам или помочь? Извиняюсь, может, поговорим? Не о чем говорить. Скажи пока. Убираемся отсюда! Нам пора. Не будем спешить. Я расскажу, почему я против. Давным-давно. Как же долго. Любовь моя, это тебе. Дай сюда. Осторожней. Тише. На вкус наверняка, как остальная твоя стряпня. Ужас! Прости, в этот раз все по рецепту. Срочно в мусор, убери. Ой, это. Я вложила все сердце. А я его топчу, пока. О нет. Она была так раздавлена. Я во всем виновата. Уверен, торт был вкуснейшим. Ты правда так думаешь? У вас лучшие десерты. Спасибо. Пожалуйста, дальше лучше. Все, надеюсь, ему понравится. Мистер Делайт. Че надо? Это вам. А ну дай. А? Че это? Это ваш портрет. Портрет? Он идет. Здравствуйте. Пора полетать. Слоны не умеют летать. Надеюсь, он про меня забыл. Он ушел? Хочешь поиграть? Любимый, у меня для тебя сюрприз. Что? Пока! Что с тобой не так? Открывай. Он очень хрупкий. Мне не нужен мусор. Какая ты тупая. Прости, любовь моя. Бедная мисс Делайт. Бедняжка, какой жуткий парень. Я такая дура. Вы классная. Да. Не врите мне. Достала уже, а? Воу. А мне идет это платье. Ого, другое дело. Кто это? Твой принц на белом коне. Оу, Карлан. Мал да удал. Нет, отпусти меня. Никто не смеет мне отказывать. Чё? А ну-ка убрал свои обрубки. Чего? Мой принц.
Это ты зря, идиот. Она моя. Знаешь что? Ненавижу, когда на меня кричат. Нет! Док, ты любовь моя! Это тебе с рук не сойдет! Жалкие угрозы. Мне это надоело. Почему он меня не любит? Глупышка, прости меня. Я не глупая. Снова он? Бедная Делайт. Опять за свое? Ну, немного. Придется потерпеть, но в итоге я буду смеяться последним. Куколка моя, выйдешь за меня? О, нет, не соглашайтесь. Конечно, да. Я обещаю исправиться. Я знала, ты все-таки любишь меня. Я дам тебе любовь. Она клюнула. Вот наивная. Он вас обманывает, мисс Делайт. Он монстр. А? Нет, не верю. Он любит меня. Правда ведь? А? Чё? Не трожь. Что это значит? Достали. Кэтнеп, больше ты не испортишь мне веселье. Не-не-не-не-не-не. Да-да-да-да-да. Получай. Мой носик. Он его вырубил. Не бойтесь, теперь вы. Помогите! Куда же вы? Страшно! Пахнет беконом. Мне послышалось? Пройди мимо, пройди мимо, пройди мимо. Нога! Сдаемся! Не канает, пока-пока! Пока-пока, мисс Делайт! Это дура! Сам такой! Что за... ты? Больше ты никому не навредишь. Куколка, прошу, прости меня. Бог простит, а я назначу встречу. Кто теперь дурак? Точно не вы! Косточки, мне так не хватало любви в детстве. Догдей. Этот голос, да более знакомый. Кто ты? Догдей. Я так рада видеть тебя, сынок. Спустя столько времени? Да, моя деточка. Тебе больше не нужно страдать. Отстань! Ты мне больше никто. Что? Но, Догдей, как же так? Вы с папой просто бросили меня. И я жалею каждый день. Мне уже давно не нужна твоя жалость. Позволь мне объясниться. Ты всегда был маленьким проказником и попадал в приключения. Все ведь дети такие. Подержи-ка, сотка. Я думал. Враг повержен. Так нельзя. Мне придется тебя наказать. Пойдем. Эй, мам, я не хотел. Мне очень жаль. Это хорошо, детка. Не злишься? Конечно нет. О, он здесь. Это все из-за тебя. Попался. Любимый, давай помогу. Эй, я знаю, это они. Что? Прости. Поздно извиняться. Папа. Детка, хватит. Если это повторится, вылетишь отсюда. Нам пришлось согласиться. Режу я картошку. Когда я принялась заготовку, ты пришел с ехидной улыбкой на лице и выкрутил температуру печки на максимум. Чем пахнет? Только не... О нет, что ты наделал? Это не игрушки. Ну, хоть давиться ей не будем. Сын, ты игнорируешь угрозы отца. Я скажу ему. Он что, говорил серьезно? Что за шум? Косточки? Она же кучу денег стоит. Ты маленький монстр. Ты за все заплатишь. Прости. Дорогой, прошу. Это моя вина. Врешь. Это он. Однажды ты не сможешь его прикрыть. Он меня пугает. Мама. Да? Мне очень-очень жаль. Все хорошо, сынок. Но я ошибалась. День за днем ты находил новые проблемы. Ого, круть. Интересно, что за кнопка? Хочу посмотреть. Нет, теперь тебе нужно вести себя хорошо, рука. Ничего не предвещало беды, но... Снова опасность. Снова мама спасает непослушного щенка. Где рубашка? Мячики! Настало время радости! Придержи сам! Дорогой! Хоть шляпа на месте, Не смотри на нас так! Мам! Хватит! Это твое последнее предупреждение! Новый день, новая проблема. Им весело. Эй, что? Кто здесь?
Пошли, я дам конфет. Кошечки, конфеты! Но это было не от чистого сердца. Ты просто хотел кому-то навредить. Еще 8. Нет, ты что наделал? Стойте! Где твои родители? Здесь. Вы его мать? Он проказник, знаю, но он добрый. Больно. Догдай! Этот ребенок меня доведет. Ты веселился своим способом. Пойду что-нибудь перекушу. Меня будут звать Пикассо. Источник калия, а? Подарок? У меня не день рождения. Где моя картина? Эй, отдай, это мое! Грязный вор! Ты что, испортил мой шедевр? Я ничего не... Ой, надо смотреть под... Есть что сказать. Он над нами издевается! Неправда. Ну все. Папа, идем. Нет. Вы видели моего сына? Мама. Деточка, отпусти его. Стоит, не в этот раз. Я предупреждал. Нет, прошу, не надо. Ай, папа, прости меня. Ничего не хочу слышать. Будет время подумать. Я буду хорошим, клянусь. Мама, помоги. Все. Я ничего не сделала, и я... Хочу извиниться. Мама, я не хотел. Послушай. Да. Я теперь хороший. Милый, ты всегда им был. О, нет. Ты серьезно? Уйди от него. Дорогой, послушай, это не... Не бойся, мам. Я с ним поговорю. Я больше так себя не веду. Ты врешь, сын. Все возненавидели меня из-за твоих пранков. Я понимаю, правда, но мы снова можем быть семьей. Мы не переставали ей быть. Мой негодник стал мужчиной. Кто вы? Зачем вы это делаете? Слишком много базаришь. Да, мы тебя заткнем. Косточки, помогите! Они хотят нас грохнуть. Верно, гений. Спасайтесь, пока не поздно. Буба, нет. Кто там? Я прекращу эту вакханалию. Кэтнеп. Прости, что опоздал. Они слишком сильны. Прошу. Не умирай. Отомсти за меня. Сердце разрывает. Кэтнеп, давай помогу. Спасибо, но ты не один из нас. Тебе стоит уйти. И ты слабак. Но Кэтнеп бесполезно. А вот и жертвы. С днем кексика! Ура! Идеально. Хочешь еще? Что? Ты это слышала? Наверное, это твой живот. За нашу дружбу! Чего? Спасибо за хавчик, дуры! Кто вы? Что вы хотите от нас? Хобби, говори с ними! Ты думала, что победишь меня? Ну, подумай еще! Я сдаюсь! Пигги, помоги! Я не знаю, что мне делать! Да, крольчатина! Как насчет что угодно? Ладно, поняла! Эй, ты! Сейчас! Раз на раз, бекониха! Я не умею драться, Хоппи! Прости! Живо! Да. Нам конец! Это точно! Девочки, вы где? Я опоздал! Простите меня, дорогие! Клянусь, я отомщу! Конечно! Я должен ему помочь. Кэтнеп, я знаю, как их победить. Отобьемся спиной к спине. Ну же, послушай меня. Я вместе с тобой? Да ладно тебе, Кэтнеп, послушай меня. Это не твоя битва, игрок. Не принимай это на свой счет. Ты недостаточно силен. Уходи. Почему ты меня недооцениваешь? Я столько всего разного переделал. И все еще делаю, чел. Стой! Готовлю. Что? Ага. Это попкорн! Прекратите это безумие! Эти психи могут быть где угодно. А? Что? Буба? Дружок, сложно оставаться в рассудке, когда моя семья разбросана по всему полу. Простите меня. А? Что это было? Подходите по одному, засранцы! Все,
Пора заканчивать. Хе-хе, что там наверха? Я не попадусь на этот древний трюк. Попадешься! Уберите от меня свои лапы! Продолжайте, он выдыхается. Что ты имеешь в виду? Чего вы добиваетесь? Мы отвергнутые игрушки. А мы тут при чем? Теперь отвергнуты будете вы. Один за одним. Все кончено, Кэтнеп. Для тебя. А ты силен. Ой, стой. Это быстро выходит из-под контроля. За друзей. Вы связались не с теми дверьми. Следующим будет Эллиот. Я был против его решения. Забери свою ложь в могилу. Что? На твоем месте я бы не стал трогать моих друзей. Ты что, поехавший? Вау, это было близко. Мы победили? Похоже на то. Им хана, как и нашим. Не волнуйся, с ними все в порядке. Не благодарите. Ой, героиня. Что такое? Мистер Лайт, это вы? Может, не надо? Пожалуйста, покажитесь. Час радости давно кончился. Вроде бы пронесло. Простите. Вам дорогу подсказать? Не угадал. Нет, что это за мужик? Ауч. Эй, под лапы смотри, котяра. Ауч, еще и ребенок. Мал да удал. Ну и жуть. А то... Да кто эти двое? Рада, что спросил, мистер Делай. Собственной персоной. И Дэка Делай. Сейчас поиграем. Перебьетесь, я вам не дамся. Еще посмотрим. К счастью, ты последний. Не поехавшие. Нет, как вы могли так поступить? А? Беги, пока не поздно. Боже, что вы наделали? Что? Вы еще поплатитесь за это, ясно? Яснее неба. Погодите. Вперед, мальчики, стартуем. Вам что, совсем заняться нечем? Бежать некуда. Ай, сынок, ненавижу книги. Ты в порядке? Ах ты! Что? Я? Мне пора! О, он обидел нашего кроху! За ним! Да, он ответит за это! Роботы тоже испытывают чувства! Таких мыслей голова кругом! Кстати, я, если что, вообще не про вас говорил, клянусь! Других роботов я здесь не вижу! Кстати, говоря о чувствах, роботы тебя ненавидят! Мелкий хейтер! Чё сказал? В юмориста заделался. Разрывная. Минуточку, куда он делся? Я тебе покажу. Я же пошутил. Получай. Ты сильнее, чем я думал. Что ты? Я голоден. Нет, нет, а ну слей с меня. Прощай, Кэтнеп. Детское время вышло. Быстро спать. О, черт, старею. Хоть избавился от него. Достаточно. Опять эта рожа. Не опять, а снова. Мужик, да ладно тебе. Молчать, я отомщу за своего сына. Но он пытался... Заткнись, монстр. Ты вынуждаешь меня. Как говорится, яблоко от яблони. Не связывайтесь со мной, безмозглые железяки. Малыш? Любимый, где вы? Я тебя слышу сейчас, вытащу. Мне страшно. Мама тут. Все хорошо. Помогите. Это был папа? Ну же. У меня клаустрофобия. Спасибо, дорогая. Он еще поплатится. Бегай, Изи. Кто там? Мисс Делайт на поле боя. Ты пытался лишить меня семьи. Они первые. И что? Нечестно. Ты полетишь за ними. Думаешь? Попробуй. Сразу трое. Меня точно уделают, только если использую это. Тебе конец! Да неужели? Что? Нет! Не помешал? Ты лучший! Знаю. Стоп! Сил не хватает! Чего нет, ты? Не трогай их! Пожалуйста, умоляю! Ладно, но они не заслужили. Спасибо. Благодарю. Спасибо, дядя. О, милота. Нам очень стыдно. Кажется, сегодня я герой. Еще какой. В чем прикол? Рад, что посмотрел это вместе с тобой, игрок. Что это за звук? Я даже вы. Не люблю хорроры. Сорян.
Ты что, уже уходишь? Эй, берегись! Кажись, это не тот канал! Любимое шоу закошмарил пиратский контент! Беги, насекомое! Не смей, ты не навредишь ему! Еще увидимся! Твой живот! Все крутые, не парься! Сосисочку! Нет, у тебя рана! Только глянь! Что за жижа? Макарошки! Я за помощью! Кто-нибудь! Ай! Уходи! Не подумаю! Я не оставлю... Что это такое? Что ты пытаешься захватить мое тело? Лучше тебе спрятаться! Без тебя я не ногой! Ты как? Я всех порешаю! Ай! Контролируй себя! Макарошки! О, наверное, больно. Мой план сработал. Готов страдать, человек. Друг, это не ты. Что ты сказал? Что я наделал? Прости меня, дружище. Я это не контролирую. Нет, выходи из меня. Что мне делать? Ты будто веном. За что? Я хочу быть свободным, Эдди. Блин, ну же, Кэтнэп! Чувак, как тебя так угораздило? Кажись, подцепил какую-то заразу. Заразу, значит? Советую извиниться, ведь времени на разговоры почти не осталось. Нет! Да что здесь происходит? Прекрасно! Надо что-то придумать, пока еще не слишком поздно. Где ты, Трухло? Мне нужна твоя печенка. Близко. Блинчики! Я видел тебя, глупец! О, нет! Слишком очевидно! Ай, думаешь, не бей! Это, прошу! Это конец! Да, точно! Наша дружба сильнее! Кэтнэп, ты должен сопротивляться! Уже слишком поздно! У нас нет шансов! Уже нет! Позволь завладеть собой! Пора заканчивать! Нет, я знаю, что нужно сделать! Сдохнуть? Нет! Что? Ты чего задумал? Да тебе любовь! Медведь! Нет! Что это за чувство? Моя ненависть куда-то уходит! Сработало! Сработало! Ура! Ура! Ты мой герой! Рад, что ты здесь! Не может быть! У тебя была одна задача, и ты меня подвел, сопля! Что? Пора переключить канал. Стойте! Нет. Испугался? О, нет! Прошу, не надо! Мой план! Пора забить гвоздь программы! Мы победили! Да! Пожалуйста, не делайте этого! Я никогда не присоединюсь к вам и не стану частью вашего злобного плана, слышите? Остановите это безумие! Ого, да, сработало! Так я и думал. За что вы так со мной? Кажется, что-то не так. Успокойся. Система установлена. Начинаю протокол резня. Не могу поверить, он теперь с ними. Кэтнэп, дружище, я не мог представить, что все так обернется. Стоп. Превосходно. Уничтожь всех на своем пути. Ваше желание – закон. Еще один час радости. Плохо дело. Я должен найти... О, быстрее, пока не поздно. Ужас, косточки. Если найдет мне хана... Замечены противники. У меня ноль шансов, если он захочет меня прикончить. Ушел? Фу. Это мне по душе. Не поймаешь. Вау. Растёпа! Улыбайся. Что там? Жертвы найдены. Кэтнэп? У нас тут железный кот. Приступаю к выполнению. Что за наряд? Ай, как жестоко! Трюфели! С тобой надо аккуратнее. Я здесь не чтобы играть. Не так, как вы привыкли. В смысле? Уничтожить. Ты совсем? Мы же друзья. Мне не нужны друзья. Мне нужен только Эллиот. Ты теперь с ним? Погоди-ка. Это значит, тобой управляют. Кэтнэп, сопротивляйся. Кэтнэпа нет. Цель найдена. Я не могу выбраться. Помогите мне. Крафти. Нельзя рисковать. Кэтнэп, ты же не терминатор. Я даже лучше. Нет. Я вообще-то занят. Прости, что помешал, но я не позволю тронуть своих друзей. Я испепелю тебя. Не сегодня. Его показатели силы зашкаливают. Все хорошо. Спасибо тебе.
Времени нет, смотрите. Перегрузка, режим киборга-убийцы. Нехорошо. Бежим! Что делаем? Молча бежим! Друзья, спасайте свои жизни, пока не поздно. Буба, я правда пытаюсь. У меня аллергия на лазеры. Нет! Он сделает из меня курочку KFC. Сочные наггетсы с лазерной приправкой. Что за странные каламбуры? Кин, быстрее, времени нет. Буба, открывай! Это правда конец. Кин, как ты добрался до него? Что теперь? Бежим! Я не хочу умирать. Я нашел вентиляцию. Усиливаю когти. Наш последний шанс. Перестаньте убегать. Мы не хотим оставлять тебя одного, но нам придется. Прости нас. Теперь я... Ребят. Давай, Фиги, залезай. Не стоило есть только бургеров. Нет, не трогай меня. Помогите. Нет, Фиги. Надо идти. Ты прав, Буба. Я думала, мы друзья. Интересно, они точно этого не ожидают. Это они? Гады. Даже в верном друге таится враг. Сэр! Получай! И ты! Смешно! Буба! Отпустите! Кэтбот вас достанет! Кошечки! Я чую их! Вам конец! Да как он вообще пролез? Не бойся, я спасу нас! А я помогу тебе! Я готов, тяни! Это рождение Догбота! Это больнее, чем я думал! Оно не откалибровано! Да? Откалибруй-ка это! Мы умнее тебя! Ой! Система установлена! Протокол защиты слабых активирован! Ты думал, меня это возьмет? Протокол уничтожения! Стой! Я еще не освоился! Так нечестно, чел! Куй железо, пока горячо! А ты не пробовал целиться? Обернись! В смысле? Перегрузка! Перезагрузила? Кажется... Ты за нас? Еще бы! Наши цели прямо здесь! Вы за все ответите! Мы сожалеем! Вы это... Заслужили! Нет! Ого, как быстро! Прости, пес. Я скучал. И я. Дети, где вы? О, нет. Надеюсь, это был не он. Он идет! Дети мои, выходите, я сдаюсь! Мы победили! Тихо, бабуль, что? Это же... скелеты? Настоящие? О, мой год! Ужас какой! Это было так просто! Ладно, выйдем отсюда! Ты чего вопишь? Как кости? Вот вы и попались, котятки. Нет, это просто сон. Это что, Рок? Бежим! Спасибо. Что теперь нам делать? Ну, есть для вас пара вариантов. Например, молить о пощаде. За что ты так стал? Хороший вопрос. Позвольте, я расскажу вам. Брата, папа, я хочу кушать. Конечно, малыш. Держи. Леденец, ты самый лучший папа в мире. А ты лучший эксперимент в моей жизни. Я тоже хочу есть. Я не ел уже 3 дня. Должно было быть 4. Ладно, осторожней с костями. Я что-то сделал не так? За что? Какая жара сегодня. Тогда надень. Ты такой лапушка. Прекрати. О, вот бы с ними поиграть. Хороший мальчик. А можно мне с вами? Ну, игрушка у тебя, конечно. Тебе нравится? Еще чего? Эй, больно же. Нет, моя бедная куколка. Мы не можем с ними дружить. Я могу так хоть весь день. О, нет. О, не волнуйся, брат. Сейчас я тебе его обратно кину. А ну, крал мой клубок. Ах ты, прохвост. Ну, я хотел его вернуть. Вот только не надолгать. Ты наказан. Почему ты мне не веришь? Так ты выгоняешь меня? Да! Братишка, нет! Я буду мстить! Так что вы заплатите за грехи папеньки. Няшка! Ты хороший мальчик, мы поняли! Ты неплохой! Да, тебе да. Просто нужна любовь! Что? Дай обниму! Спасибо! Вы свободны! Ура! О, у меня есть кое-что для тебя! Мило! Вот это да! Да, я обожаю играться с клубком! Это круто! Поймай нас, если сможешь! Хорошо, брат... Что ты здесь делаешь?
бабочка! Все не так, как ты думаешь! Какой же ты монстр! Мстишь моим детям, значит? Нет, ты ошибаешься, они мои друзья! Я закончу то, что начал отец! Папочка, не бей его! Ты не понимаешь... Что? Дети, он опасен, поймите же! Он совсем не злой! На себя посмотри! Да! Глупости! Я не такой, как папа! Я такой же, как он! Я позволил гневу управлять мной! Прости меня, брат, прости! Это ты меня прости! Да я и не злюсь, вообще-то... Брат! Да? Я стану лучше, хорошо? Чего тебе надо? Я думала, мы друзья! Дружба, дружба, и ужин врозь! Я умоляю, не ешь меня! Слишком поздно! Он совсем не шутит! Купилась! Мы тебя разыграли! Что? Ты что, издеваешься? Ты там в порядке или как? Да, я привык уже. Не волнуйся. Не злись на нас. Все еще злится! Мне не нужен парень. А может тогда муж? Что скажешь? Это что, еще один прикол? Скажи, ты выйдешь за меня? Я даже не знаю, что сказать. Скажи да! Что? Он любит тебя! Он красавчик! Да, ничего подобного! Не хочу я за тебя замуж! Как же так? Это уже слишком! Я думал, мы... Мы могли бы стать хорошей парой? Да, как ты догадалась? Потому что я... Что? Тоже так думаю! Я тебя разыграла! Конечно, я выйду за тебя. Уже не терпится. Ты серьезно? Серьезно. Я тоже так хочу. Отпухни. Ура, помолвка. До свадьбы еще дожить надо. Так, секундочку. Ага, она будет моей. Перед моими чарами никто не устоит. Я так рад, что вы женитесь. А ну отдай. Назревает это зверение. Я помогу. Так, хватит уже ругаться. Так весело. Хочешь знать, что еще будет очень весело? Мой план. Ай, моя голова. Это еще что? Где я? Привет, брат. Зачем ты это делаешь? Молчать! Я всегда хотел на ней жениться. Она девушка моей мечты, но появился ты. Так что концы в воду. Ладно, толкай прощальную речь. Нет, ты не можешь так поступить со мной. Приступим. Ты с ума сошел? Останови! Насколько нужно быть бессердечным, чтобы убить своего родного брата из-за девчонки? Не делай вид, что не знаешь. Ого, какой молодец у нас, сыночек. Спасибо. Да не ты. А я для вас картинку нарисовал. Ты гений. Они обращались с тобой как с королем, а со мной как с крысой. Семья, мы едем в Диснейленд. Правда? Круто! Офигеть! Да! Не будем терять время, дорогие мои. Мой папа, лопаясь от счастья, подарил всем по Микки-шапке. А когда подошла моя очередь, он вручил мне метло. Пока-пока! Нет, подождите меня! Да кому нужна эта дурацкая семья? Эй, ребят, а вот ты игрок! И вот как я его победил. Круто! Привет, ребят! Опять этот отброс подмазывается. Прости, я просто хочу дружить. Усохнет! Они задирали меня, гнали отовсюду. Но однажды я встретил самое прекрасное существо, которое когда-либо видел. Она была чудесна. Рассудок тут же меня покинул. Привет, чудо. Привет. Я хотел сделать тебе небольшой подарок. Ты такой гадкий, что он завял. Постой. Смотрите на него. Не было ни проблеска надежды. Их смех все еще отдается эхом в моей голове. И я поклялся, что следующим завянешь ты. И после всех мучений, через которые мне пришлось пройти, теперь твоя очередь, брат. Наслаждайся, мамочка с папочкой тебя не спасут. Ситуация обостряется. Как ты можешь так поступать с собственным братом? Разве ты не понимаешь, что вся боль, через которую ты прошел, это только их вина, а не моя? Хватит! Пути-пути! Сладких снов! Мне советовали японскую косметику, и я не разочарована. Толку теперь губки. А теперь мой грим. За дело. Парочки слоев краски хватит, чтобы ее одурачить же. Готово. Что? Так, сейчас поправим. Теперь я совершенен. Привет, привет, дорогуша. Игрок? Милый, привет! Как поживаешь? Хочешь чмакнуться? Я вас, спасибо. Ты сегодня какой-то очень странный, но я не понимаю, в чем дело. О чем ты вообще? Все в норме. Эй, больно схватил? Я хочу провести с тобой весь день. Звучит довольно подозрительно. Должен же быть хоть маленький шансик уцелеть. Ай, да кого я обманываю, это бесполезно. Прости, любимая. С дороги! Игрок нет! Это же...
Рычаг! Я спасу тебя сейчас! Нет! Ай-яй-яй! О нет, я подвел тебя! Не переживай, ты пытался! Передай Миледи, что я люблю ее! И прощай, мой друг! Я не позволю этой дурацкой машине растерзать моего друга! Я держу! Плевать, насколько это опасно! Мой герой! И не царапинки, я твой должник, Кэтнеп! Без обей! Что случилось-то? Мой злой брат заманил меня в ловушку, я должен остановить его! Я ждал этого! Нет, серьезно, я репетировал! Странненько! Ты в порядке? Странненько? Почему? Я игрок-подлинник! О нет, опоздали! Отсюда мы никак не поможем! Надо взломать дверь, помоги мне! Я не хочу потерять ее! До хорошей концовки остались считанные секунды! А теперь можешь поцеловать невесту! Я уже не думала, что этот день настанет! Ой, да ладно! Дело сделано, назад дороги нет, безумие какое-то! Прощай, любимая, я всегда буду любить тебя! Ой, игрок, мне так жаль! Эй, у меня есть идея! Надеюсь, ты не против плохого запаха изо рта? За что это мне? Я не знаю! Не волнуйся, ты привыкнешь! Это то, чего я хочу? Хорошая девочка! Чего ты ждешь? Целуй ее, счастливчик. Время пришло. Надеюсь, это правильный выбор. Надо еще чуточку повыше. Я тут стараюсь изо всех сил. Кажется, у нас получилось. Да. Это что? Вода. Мы разбираемся. Что происходит? Игрок, ты... О, нет. Это совсем не по плану. Ты не должна была это увидеть. Самозванец. Ты его брат. О чем ты говоришь? Я настоящий игрок! Не бросай меня только! Руки убрал! Зачем так сразу жестко? Нет, постойте! Предлагаю его грохнуть! Святая корова, это уже перебор! Так, и чем же я могу помочь? Прочь с дороги! Спасибо! Теперь моя очередь! Спасибо! Остановите это безумие! Не может быть! Игрок здесь! О, боже мой! Он вернулся! Я знаю, что он плохой, но он мой брат! Он теперь спасти его пытается? О, игрок, ты крут! Братишка... Я был благим! Все хорошо. Игрок! Что случилось? Забудь об этом и женись на мне, давай! Моя милая, я рада, что ты в порядке. Наконец-то они сделали это! Что ты... Хорошо, что все разрешилось. Я рад за них, но мне одиноко. Что? А я все еще одна. О, привет. Он классный. Привет. Пойдем со мной, повеселимся.